Продолжаем ровно с того же места играть в Хоббита. Миссия с лесными эльфами. Эльфы очень чуткие. Мне лучше не подходить слишком близко, даже с моим кольцом. Блин, что за звук? Красный орел вокруг невидимого. Бильбо означает, что его сторону кто-то смотрит. Не снимайте кольцо, пока этот орел не исчезнет. Хорошо, не буду. А вы видели, эта эльфийка очень похожа на ту девушку, которую мы спасли. Или нет, я уже не помню. Так это не важно. Давайте сюда заберем. В общем-то, пока кольцо на полу, давайте перезарядим кольцо. Что, боже мой, да что же это за звуки, а? Я их больше боюсь, чем попасться, наверное, эльф. Так, вниз. Ты-да-да-да-дам-та-дам. Тум. Тутум. Тутум-тутум. Да, блин, хватит. Все, отдыхаем, отдыхаем, все в порядке. Тут стоит. Да хватит, да, блин, я не могу с такими звуками играть. Давайте. Эффект. Блин, там и так все на минимум. Ну ладно. Пошли. Нет, не пошли, сейчас пошли. Плохи, вы меня не видите. Ведь я. Бильбо Бэггинс. Бильбо Бэггинс. Бильбо Бэггинс. Я Бильбо Бэггинс. Не знаю. Я Бильбо. Я чувствую здесь что-то странное. Детка, я Бильбо. Я Бильбо Бэггинс, детка. Да. Я иду в непрогруженные текстуры, детка. Да. Ёлки-палки! Здравствуй, Бильбо. Привет! Ты и твои спутники, вы ничего нам не сделали. Боюсь, что твоих друзей держат в подземелье из чистого упрямства. Я помогу тебе. Спасибо. Чтобы попасть в подземелье, тебе будут нужны 3 кристалла. Раз. Король Трандуэл хранит их в тронном зале. О, Трандуэл, привет! Будь осторожен с лесными эльфами, Бильбо. Я твой единственный друг здесь. Ничего себе, ты обусловил. Ничего себе, помните Трандуэл, да, мы в битву за Средиземье за него играли, он крутой парниша. А, на свет. Я чувствую, что по этим залам бродит нечто незримое. Да. Прислужники некроманта? Нет, это не зло, просто незваный гость. Странно. Наркоман. Здесь кто-то есть? Нет, здесь никого. Блин, сейчас кольцо сдохнет, все, капец нам. Капец нам, ребят. Может быть, мне показалось. Перезарядим кольцо. Привет, Трандуэл. Хоть теперь безопасно. Как дела, ребят? Вообще, ну, вообще как поживаете? Нормально, да? Ну ладно. Спасибо. Что это было? Не, ничего, все нормально. Ла-ла-ла-ла-ла. Похоже, я сражаюсь с призраком. Ничего. Трандуэл, ты странный. С какими призраками? Ты вообще открыли очень... ли пленники? Какая цель привела их сюда? Они по-прежнему не желают отвечать. Правильно. А что это вам отвечать? Вы кто такие вообще, чтобы вам отвечать? Красный камушек, наверное, вот сюда? Да? Там-там-там. Ну, насколько я помню, эта миссия не длинная. И мы ее пройдем достаточно быстро, мне кажется. Надеюсь. Хотя, зная то, как я играю в стелс-игры, мы будем проходить еще достаточно долго. Полианом, наверное, да, сейчас прыгнем. Вот как можно не заметить такого кабана, блин, который бегает среди всего. О, второй кристальчик. А, вот что нам понадобится обязательно. Пошли сразу сходим. Сонное дерево. А, сон трава, окей. Она нам понадобится. А вы знаете для чего? А я знаю. Потому что я прошел игру. Давно. Давайте так сейчас сохранимся. Мы будем диверсантами, будем подмешивать сон траву всяким злым эльфам. Так. А где еще один? Наверное, я его мимо пробежал, как всегда, да? Давайте поищем еще раз. А что будет, если в Трандуэл кинуть камень? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Трандуэл. А ему пофиг. Но мы плохие. Да. Так, а куда идти? А вон туда идти, я вижу. Ну, вроде пока легко, знаете. Пока даже очень легко, я сказал. Ну, сейчас я, как всегда, на карку. Такая музыка, блин. Но когда мы с пауками дрались, музыки вообще не было. А сейчас, блин, появилась.
что же случится? А нет, сейчас ничего не случится. Прыгай, Бильбо Бэггинс, из Шира. А, ну ладно. Я уж ругаться хотел. А чем мы сюда, собственно, пришли-то? А что мы сюда, собственно, пришли? Интересно. Мы сюда не зачем, не зачем, что мы пришли? Обсидейзи, и что делать? Я что, зря... Нет, серьезно, я зря сюда пришел. О, ненавижу эту игру. Нет, я люблю эту игру, серьезно. Окей-доки, давайте пойдем куда-нибудь сюда спрыгнем. А куда идти-то? Ладно, вон она, да? Мне кажется, мы здесь можем, да, все же ходить. Фийский ключ кристалл. Полезно. Все, сейчас уровень еще будет круто. Да, это круто, ребят. Вон на меня смотрели. Видели, видели, мы не зря кольцо одеваем. Трандо, привет. Здесь кто-то есть? Нет, никого. Нет, никого нет. Странный шорох. Очень странный. Не громче шепота. Потому что у меня волосы на ногах. Должно быть, мне почудился. Да. Ей, и что дальше? А, я сейчас расставить. Сейчас будет очень сложная миссия, головоломка. Как расставить эти камни? Я 100% не справлюсь с первого раза, так что не вините меня. И так, раз. Блин, надеюсь, я все правильно делаю, знаете. В этой игре такие сложные головоломки, что я просто... Нет, серьезно, будет очень сложная головоломка, которую я с первого раза, по-моему, не смог найти. Или смог, я уж не помню. Надо будет с винами что-то сделать, и... Блин, я вот помню, что надо будет что-то сделать, а вот смысл от головоломки даже не помню. В озерном городе уже. Надеюсь, блин, уже поскорее мы найдем на ту. Вау. Это круто. С вами был Лофер, увидимся в следующей серии, надеюсь, вам понравилось, пока-пока.